Вот здесь, вот прямо перед нашим зданием, будет построен wellness-центр со спортзалами, разными банями, хамамами и все, что нужно для здоровья. Там чуть дальше у нас возле моря будет яхт-клуб. Рядом такой же комплекс, и еще вы можете успеть приобрести там свою квартиру мечты с таким же видом, с таким же ремонтом по очень хорошей цене. Точно такую же квартиру можно купить буквально в нескольких шагах отсюда, в новом комплексе, который сейчас строится. 1+1 будет стоить от 65 тысяч фунтов. Дорого? Без проблем. Студия стоит от 55 тысяч фунтов. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале «Недвижимость на Северном Кипре». И, как всегда, я ведущий я, Саня Витюгов. И моя соведущая... Где она? Пока моя соведущая где-то что-то пошла, это или за апельсином, или зачем, мы сегодня будем снимать комплекс. Но мы еще до комплекса не доехали, нас остановили такие вот плантации. Мы находимся в городе Гюзелюрт, который славится своими плантациями, апельсинами, лимонами, мандаринами. И даже сейчас, вне сезон, здесь уже есть урожай. Как вы думаете, сладкие апельсины или кислые? Пишите комментарии, и я вам отвечу. Но я не покажу лица. Пишите комментарии, я вам скажу там правду. Комплекс располагается всего в 2 часах езды от Фамагусты, всего лишь 1 час езды до города Никосия, аэропорта Эрджан. Ну что, берем тогда Юлю, находим и едем показывать этот классный комплекс. Юля! Что ты кричишь? А, ты здесь? Поехали. Тут я хочу зациклить ваше внимание на каждой мелочи, показать, как армируется, как вообще заливается бетон, какой бетон. Хочу познакомить вас со строительством данного комплекса. Дорогие друзья, вы только посмотрите, какая подушка, из какой она идет арматуры. 24-ка, я не знаю, я не помню уже, по этим давно работал на стройке. Ну, арматура не ржавая, не прогнившая, не это. Новая нормальная арматура. Я чуть-чуть вас обманул, гляжу, это 20-ка. Арматура, диаметр. Здесь и чисто, посмотрите, здесь и качественно все делают, как бы, и материал сам какой. И смотрите, хочу заметить, какая будет здесь подушка. Посмотрите, дорогие друзья, это будут пеноблоки на перекрытие стен. То есть основное заливается монолит, а это уже будет ваша стенка с соседом. Основание дома Витюгов уже вам показал, поэтому я лично вам покажу дом без фейстюна. Мы сейчас находимся в общем коридоре. Здесь у нас будут будущие лифты, а слева от меня будет лестничный марш. Ну а здесь можете жить вы, вот с таким волшебным видом на море. Вот эти виды на море открываются уже с первого этажа. Внимание, с первого этажа. А ты только представь, какие виды будут еще выше. Вот здесь, вот прямо перед нашим зданием, будет построен wellness-центр со спортзалами, разными банями, хамамами и все, что нужно для здоровья. Там чуть дальше у нас возле моря будет яхт-клуб. А это будущая проводка под электричество. Вам не нужно потом будет долбить самостоятельно и проводить электричество в вашу квартиру. Уже застройщик полностью позаботился об этом. Сейчас мы с вами, дорогие друзья, находимся в квартире 3+1, которая занимает общая площадь жилая 108 квадратных метров. И терраса, дорогие друзья, с таким шикарным видом 56 квадратных метров! Я вам показываю, как будут выглядеть квартиры в соседнем комплексе, который только начался строиться. В этом комплексе уже все продано, но вы можете успеть купить квартиры еще по очень хорошей цене, обратившись в компанию Surcon Estate по номерам, которые вы видите, выскакивают вот здесь, либо под каждым видео в описании есть наши номера. Трехъярусный шкаф, на первом этаже располагается стиральная машина, также шкафчик, где можно располагать, мне кажется, обувь ставить здесь. Здесь у нас бойлер для подогрева воды. За моей спиной находится мастер бедрум. Пойдемте познакомимся, что там внутри. Спальня, я вам скажу, впечатляющих размеров, с хорошими видами. С левой стороны видим рабочую поверхность, у нас есть полочки. Как я думаю, что здесь женщине наводить свою красоту, макияж, татуаж, зеркало. Также у нас с правой стороны гардеробная, довольно-таки вместительная. Шкафчики, все есть. Спальное место. Сверху мы наблюдаем, у нас стоит VRV-система, которая работает на охлаждение и на подогрев вашего гнездышка.
Также в этой комнате есть санузел. Что мы видим при входе в другую комнату? С левой стороны у нас располагается шкаф, довольно-таки вместимый, с полочками сверху, снизу. С правой стороны у нас санузел, раковина, унитаз, душевая кабина. Идем дальше, у нас лево-право. У нас также VRV-система, видите, два кондиционера на две комнаты. Мы идем сначала в левую комнату. Видим спальное место со шкафчиками, розеточками, выходами всеми. И также с шикарным, просто обалденным видом. Дорогие друзья, это просто не передать вам словами. И что мы видим, дорогие друзья? Абсолютно такая же комната, только в соседней спальне. И она такая же самая, только здесь один шкаф, на один шкаф больше. Заметьте, дорогие друзья, расположение шкафчиков очень, как ты говорил? Эргономично. Эргономично. Можно повешать что-то, рубашечки, положить что-то. Здесь у нас можно постельное белье сложить. И тут шкафчик с полочками. Подсветочка и VRV-система Toshiba. Хорошее качество. Дорогие друзья, идем дальше. Спасибо, что подписались на наш канал. Ну, а теперь не забывайте писать комментарии, ставить лайки. Так, мы с вами, дорогие друзья, находимся на кухне. Здесь очень по-дизайнерски вместили всю бытовую технику, рабочую поверхность. Здесь мы видим холодильник, здесь у нас чайник, вытяжка, индукционная плита, шкафчики для посуды, посудомоечная машина, что уже в наше время стало фишечкой, две раковины, духовой шкаф. И вид, дорогие друзья, шикарный просто вид. Я вот не... Здесь зимой вообще будет шикарный вид, потому что у нас там располагается горнолыжный курорт Продос. Какой Продос? А как? Тродос. Тродос, как мне подсказывает Димасик. И вы можете смотреть, как люди катаются в горах, либо сами сесть в машину, буквально километр, и вы тоже уже стоите на лыжах. Дорогие друзья, рядом с кухней у нас располагается такой большой вместительный обеденный семейный стол, за которым вы можете позавтракать, поужинать, пообедать, решить какие-то семейные вопросы. Как только вы приняли пищу, захотели отдохнуть, всего лишь один шаг, и вы перемещаетесь уже в зону отдыха. Включаете телевизор, находите YouTube, включаете канал Surcon Estate и смотрите классные обзоры недвижимости и не только Северного Кипра. Ну что, дорогие друзья, готовы? Пойдемте. Дорогие друзья, вы просто посмотрите, какой шикарный вид! Какой воздух, солнце, горы, море. Что еще человеку для жизни надо? Ну, поесть. Поесть здесь есть. Квадратура террасы 56 квадратных метров. С каждой комнаты вы можете выйти на террасу. Вот эта часть комнат, все комнаты почти с видом на южную часть. Дорогие друзья, у меня к вам есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начинать? Начнем с плохой новости, чтобы потом закрепить ее хорошей. Все квартиры в этом комплексе проданы. Но, дорогие друзья, есть и хорошая новость. Застройщик строит рядом такой же комплекс. И еще вы можете успеть приобрести там свою квартиру мечты с таким же видом, с таким же ремонтом по очень хорошей цене. Вам всего лишь стоит позвонить в нашу компанию Surcon Estate по номерам, которые вы видите, вот всплывает окошко. И также под каждым видео у нас в закрепленном сообщении есть наш контакт. Также подписывайтесь на Viber, Telegram, Instagram, WhatsApp. И все мессенджеры у нас есть закреплены под одним номером, дорогие друзья. Звоните! Пойдемте дальше. Мы с вами проходим квартиру пентхаус 1+1. У нас тут просторная гостиная, в которой также есть кухня, обеденная зона и зона отдыха. Сейчас мы находимся с вами на кухне. Кухня выдержана в очень эстетически красивых цветах, серый и белый. Тут у нас есть специальное место, чтобы поставить микроволновую печь, также варочная поверхность, духовой шкаф,
холодильник фирмы Beko. Это очень классная компания. Также у нас есть место для просторной, удобной раковины. Место, чтобы поставить стиральную машинку. И также полочки для посуды и разных вещей для кухни. Прямо возле кухни у нас находится обеденная зона. Здесь можно сидеть с семьей, с друзьями, праздновать разные праздники, а также рассказывать разные интересные семейные истории. Ну и, конечно же, посмотрите, какой наипрекраснейший вид из окна. Ну и какой же зал без зоны отдыха? У нас тут стоит комфортный, красивый, мягкий диван, прямо напротив которого стоит телевизор, там, где можно сидеть и смотреть разные каналы. Пойдемте дальше. Сразу у нас тут располагается туалет. Тут у нас есть сам туалет и также душевая кабина. Ну и, конечно же, спальня. Спальня очень светлая, выдержана в белых оттенках, что визуально увеличивает пространство. Ну и, конечно же, сразу напротив кровати у нас есть огромное окно с наипрекраснейшими видами на море и на горы. У спальни есть своя личная гардеробная. Пошлите посмотрим. Гардеробная выдержана в тех же оттенках, что и спальня. Она не очень большая, но безумно удобная. Тут находится очень много разных шкафчиков. Ну и, конечно же, прямо из спальни можно выйти в свой собственный санузел. Знаете, какой метраж у этой квартиры? 53 квадратных метра. Но фишка не в этом. Фишка в том, что тут есть наипрекраснейшая, обширная, большая терраса вот с такими видами на море и на горе, также 53 квадратных метра. Да-да, прямо как сама квартира. Здесь можно как и отдохнуть, так и позагорать, ну а также посидеть вечером, ну или утром, и выпить чашечку кофе. Ну как вам? Нравится? Правда большая терраса? Но это еще не все. Посмотрите, какая она большая. Здесь также можно поставить... А знаете что? Ставьте все, что хотите. Точно такую же квартиру можно купить буквально в нескольких шагах отсюда, в новом комплексе, который сейчас строится. 1+1 будет стоить от 65 тысяч фунтов. Дорого? Без проблем. Студия стоит от 55 тысяч фунтов. Мы будем жить...